Здравствуйте, меня зовут Потапова Валентина, и сегодня мы с моим конем Семантик победили в маршруте 130 сантиметров в 8-м этапе Максима Мастерс. Я буду очень бороться за попадение в финал, тем более, что там увеличили призовой фонд, и теперь это стало еще интереснее. Мы будем очень стараться выиграть в финале. Очень понравились маршруты на этих соревнованиях, они были очень интересные, и сегодня маршрут был с перепрыжкой, и было очень много вариантов, где можно повернуть, и это нам помогло. Я думала, что будет немного сложная нам система, потому что не всегда у нас с ними получается, но он сделал все на максимум, он очень мне помогал и очень старался.